здесь я, значит, нахожусь. Алина, видишь, она все равно не поддается. Вот здесь как-то Красная площадь. Кремлевская стена, все. Вот здесь получается. Так, вот здесь вот Красная площадь, да. Три. А дальше идет уже вот улица. Я сейчас по ней пойду. Сегодня 10 ноября 2019 года. Погода корпоративная. Вот, но плюс 10, наверное, даже. Да, вот здесь вот, значит, парковочные места для инвалидов имеются. Две штуки. То есть можно сюда, если что, подъехать. Сориентироваться вот на Красной площади, дом 3. Потому что здесь я что-то не вижу. Ну, тут здание ГУМа просто, как таковое, да. Так, здесь широкие тротуары, все, ГУМ. Ну, ГУМ хорошо, что. Можно походить, поглядеть. Вот, вот здесь вот дальше я прошел. Значит, здесь вот тоже ГУМ, но как бы внутренняя территория. Здесь можно, вот, инвалиды 1, 2, 3 группы могут поехать на эту парковку бесплатно. Билет получать не требуется. Хорошо. Вот, вот это здание верхних торговых рядов. Ну, это как достопримечательность, но здесь как бы ГУМ сам по себе находится. Вот, значит, Ильинка, дом 3. Дом 3, дробь 8 я сейчас нахожусь. Вот здесь вот, ну, просто проезжая часть. Вот, как бы здесь вот гостиный двор. Вот здесь вот храм Ильи Пророка. Вот, значит, здесь вот расписание богослужений, все, то есть, ну, можно зайти. Все, как бы там вот с той стороны была, ну, церковная лавка, там пирожки, иконы, там всякое что-то такое. Вот, вот здесь вот дальше идет переулок Ильинка 3-8, да, вот, ну, храм, а здесь полиция. Ну, а что, храм, полиция, хорошо. Вот, вот здесь вот гостиный двор идет, значит. Вот, и, ну, здесь, правда, единственное, вот, перила, перил нету. А может быть, с той стороны где-то заезд. Но так, по большому счету, вот, даже не поручни, ничего. То есть, люди, если заходят в гостиный двор зайти, вход номер 3, то здесь, конечно, проблем. Вот, здесь вот тоже идет вот Шанелька магазин. То есть, насколько нужно, нет, не знаю. Но вот две ступеньки, их как бы вот, ну, как бы я смогу преодолеть, ну, держась за стену, соответственно, колясочник. Вот, хотя, может, ему сюда и не надо. Вот, вот так вот. Вот здесь вот идет торговая, по-моему, что там палата вот в этом здании. Ну, здесь вот есть, нет, не знаю, что тут как. Вот. А здесь вот, как бы, гостиный двор, там вот поменьше ступеньки. Но все равно получается, что, ну, зайти в проблему. Вот две ступеньки все равно надо преодолеть. Потому что въезд, может, у них и есть где-то для инвалидов специально. Но я пока не вижу, здесь нет ни объявлений, ни каких-то специальных этих наклеек, чтобы я мог, например, определить, что да как. Ну, идем дальше. Вот здесь, значит, Рыбный переулок. А вот здесь вот Биржевая площадь. Она такая вот вся из себя биржевая. Здесь вот кто-то ездит, но я не знаю, насколько это как бы можно здесь, потому что, ну, скорая, да. А так вроде здесь пешеходная зона. Ну, Ильинка, она вот сюда продолжается. Вот здесь вот Министерство финансов Российской Федерации, Биржевая площадь. А вот напротив здание, я сейчас отсюда не вижу. А, торгово-промышленная палата, вот она же тоже. Это ее же здание, походу. Она только на другой стороне дороги. Вот здесь тоже, значит, какое-то безопознавательное здание, какое-то здание непонятное. Вот. То есть все зашторено, оно как-то вот непонятно. Ну, там везде шторы, то есть не ясно. Вот это Ильинка, дом 8 с одной стороны, дом 9 с другой. Вот дом 9 есть парковка для инвалидов, два места. То есть можно вот здесь пытаться поставить. Вот Ильинка, дом 10 здесь у нас, с Никольским переулком. Вот здесь вот попроще. Здесь этих инвалидных знаков трое. Да, три. Три. И вот там вот около Минфина тоже еще один есть. Но он, правда, занят. Тут ушлых псевдоинвалидов хватает тоже. Вот. И, соответственно, вот, ну, тут Никольский переулок, вы туда не пройдете, там закрыто. Это вот ворота, пожалуй, там видно. Вот. А здесь вот прямо иду дальше. Да, ну вот здесь вот тоже как бы магазины, здесь не так много ступенек, но тоже проблема будет для колясок. Вот, здесь вот. Дальше идет здание Московский фонд реновации жилой застройки. Вот оно где. Понятно. Ну здесь вот здание такое. Здесь вот шоколадница. Вот, вот здесь вот Ильинка, значит, также я по ней шел. Вот здесь небольшой сквер. Ну, сквер, наверное, как можно назвать. Вот здесь травка, ресторация какая-то.
Вот здесь идет информация об этом месте. Вот. Построен Никол Чудотворец. Большой крест. Церковь Никол Чудотворца. Большой крест называется. Православный храм в Москве. Вот, то есть вот здесь вот информация об этом здании. Вот. Ну, такое красивое место достаточно. Здесь можно передохнуть, посидеть. То есть нет проблем. Вот здесь вот информация про улицу Ильинка. Что здесь? Китай в городе, начало там, 16 веке. Вот здесь вот. А вот это вот здание, это самый большой крест. Вот, ну в принципе вот Ильинка закончилась, как бы вот она Ильинка. С 14 по 2 дом. Она здесь идет. Тут метро, значит, вот оно метро, вход в метро. Ну, пешеходный переход, там Китай город. По-моему, Китай город. А, ну да. Китай город метро, да, вот здесь вот пешеходный переход, можно перелезть, чтобы не залезать в пешеходный переход, потому что там лестницы, лифта нет, соответственно, вот свои вопросы. Вот перейти можно вот туда, вот это вот сквер, Ильинский сквер называется, сейчас я туда пойду. Ну и сейчас я прошел по пешеходному переходу здесь, вот Китай город метро и, соответственно, Ильинский сквер, где я сейчас туда иду, памятник героям Плевны и площадь Ильинские ворота, вот, то есть вот я вот сюда подниму, здесь все есть, кроме, конечно, ну, пандуса для колясочников здесь нет, ни лифтов, ничего, то есть это не приспособлено. Ну, единственное, можно поверху все это пройти, плюнуть на всех и все. То, что съезды есть, как бы здесь, ну, высоких, высокого, значит, тротуара нет, то есть можно. Вот, вот так вот. Ну, вот я здесь вышел, значит, это Лубянский проезд. Вот здесь у нас... Вот здесь даже есть съезд для колясок, чтобы попасть на Ильинский, в Ильинский сквер, да. Вот он, памятник героям Плевны. Ну, здесь к нему подходить не знаю, насколько нужно, нет. Тут, ну, как бы ступеньки-то есть, но они, скорее всего, декоративные. То есть смысла в них такого нет, то есть небольшой. А здесь, конечно, вот здесь все сделано поручни, но как бы я вот пришел вот оттуда по прямой, это Ильинка как раз. То есть здесь вот новая площадь, здесь старая площадь. Вот, соответственно, вот я оттуда пришел, ну, как бы, я пошел по переходу, я не стал нарушать. Машин много, даже утром, сейчас хоть и 9 утра, воскресенье, но все-таки. Вот, и сейчас я вот туда пониже спущусь, покажу, что как, где здесь можно отдыхать, тут скамейки там всякое, тут все, вот, все здесь можно. Вот здесь вот Ильинский сквер, он туда идет вниз, это, ну, снижение идет, вот, и потом вверх, как бы, надо возвратиться, потому что вниз там уже нет поручней, то есть там спуститься нельзя, чтобы обойти. Вот так вот. Вот здесь вот, значит, в сквере находятся такие вот тумбы, как я их назвал, не знаю как, стеклянные. Вот это вот близость к политехническому музею, они здесь вот такие вот проекты. Green Park, там отель, что он как бы питается от солнца, что-то такое вот в этом. Вот. Солнечный свет, там, то есть... Ну, здесь вот, значит, эти богомерзкие золотые туалеты московские, 50 рублей за вход. Вот. Здесь вот старая площадь администрации президента. Вот там вот еще одна такая тумба. Вот, иду дальше. Вот, вот оттуда я шел. Вот, вот здесь вот, значит, разные политехнические чуды. Вот, ниже. Ну, и немножко так выше. Ну, между ними сад камней. Елочки, сосеночки, вот там и лавочки, можно посидеть. Вот ниже тоже, как бы, тумбочки, стеклянные тумбы. Ну вот единственное, я говорю, то есть, если у вас есть проблемы, вот, как бы, как у меня есть такая проблема, спуски и подъемы, я их не очень люблю, я чувствую себя как-то неуютно, у меня ощущение, как будто того гляди упаду. Вот они же, вот там памятник Кириллу Мефодию. Сейчас дойду. Вот, я дошел до конца сквера, значит, Ильинского. Вот здесь станция метро, здесь вот лестница, но здесь нет перил, поручни, пандусов. Вот, а вот сам памятник. Вот этот памятник, значит, Кириллу Мефодию от Благодарной России. Вот, за их вклад. Первопечатников. Вот, вот здесь вот, ну, как бы, никаких вопросов нет. Если вы... Так, ну, я вот обратно вернулся сюда, и вот здесь вот, если... Как бы неудобно будет спускаться, там поручней нет. Вот здесь проход, если можно вдоль съехать вниз вот туда вот. И там уже будет удобнее идти. И если что, на коляске инвалидной тоже проехать. Я думаю, не будет проблем. Ну, здесь заодно можно погреться. Из метро дует. Вот, ну все, как бы. Вот такой мой поход по Ильинскому скверу и по улице Ильинки.